На каждом авианосце есть кинооператоры, и в тот день они не жалеют пленку. Впоследствии американцы передадут нам копию. В СССР ее сразу засекретят, и гриф «секретно» не снят до сих пор. Мы нашли этот уникальный материал в Национальном архиве в Вашингтоне, и вы имеете возможность его увидеть впервые с 68 года. В этом месте мы специально решили сделать стоп-кадр. Самолет Плиева находится на уровне палубы корабля. 35-метровая машина несется со скоростью 500 км в час в 15 метрах над морем. После очередного пролета Плиев уходит на разворот. Оператор выключает камеру, и вскоре происходит катастрофа. Судя по этим кадрам, оператор в шоке. В первый момент он забывает поправить диафрагму на объективе, поэтому мы видим только моряков, которые куда-то смотрят. Эссекс полным ходом направляется к месту падения. Туда же летят спасательные вертолеты. Если присмотреться, их можно различить среди дыма. Но живых обнаружить так и не удается. Вскоре снижается второй Ту-16. Он потерял связь с ведущим самолетом и хочет понять, что произошло с экипажем Плиева.